В третьем микрорайоне Магадана продолжается строительство детского сада. Его возводят в рамках национального проекта «Демография» для 135 детей. Сейчас рабочие в котловане формируют поле для будущего фундамента. Не обошлось и без трудностей. Строительство развернули на месте заброшенного здания, чертежей основания которого не сохранилось. Специалисты бурят почву для установки новых свай почти вслепую и нередко натыкаются на старые части фундамента. Рабочий материал приходит в негодность, что в свою очередь сдвигает сроки строительства. Основные сложности на площадке – это после демонтажа оставшиеся в земле на разной глубине остатки демонтированного здания, которые не дают быстро работать, потому что мы, забивая сваи, натыкаемся на обломки бетона, внутри сваи ломаются, их достаешь заново, и каждый раз это пододвигает нас там по графику. Из 308 свай на данный момент строители вбили 81. Для решения проблемы руководство стройки ищет специалистов с акустическим прибором. К началу августа строители должны приступить к формированию каркаса фундамента. Губернатор Магаданской области Сергей Носов проконтролировал рабочий процесс. По словам главы региона, все работы выполняют в срок. В целом, работа идет по тому графику, который мы согласовали. Это должны в первой декаде августа закончить свайное поле и приступить к производству плиты. Понятно, у нас самое тяжелое на всех объектах, ныли на многих объектах выйти с нуля. Это то же самое по Ольской школе. Вот с нуля выходим, становится легче. На строительство детского сада в третьем микрорайоне из федерального бюджета выделили 500 миллионов рублей. Трехэтажное здание со спортивными и игровыми площадками на прилегающей территории планируют возвести и сдать через 2 года.